Всем привет, друзья! Мы сегодня находимся на малоэтажных стройках города Анапы. И мы сегодня находимся именно сейчас на Южном 2 от компании «Славянский дом». Это четырехэтажный дом с индивидуальным газовым отоплением. Как мы видим, фасад уже с этой стороны отделан кирпичом. Остались только коммерческие помещения, пока еще ничем не отделаны. Работает спецтехника с этой стороны, там тоже практически все уже облицовано. Ну а с этой стороны укладывают коммуникации. Я нахожусь возле жилого комплекса «Притяжение». Мы приехали с женщиной сюда посмотреть двухкомнатную квартиру распашную. Впереди у нас субсех. Какие тут маршрутки? Здесь 114-я ходит до конечной, и до 800 ступеней можно дойти прогуляться. Там у нас микрорайон 3Б. Анапа, это улица Ленина. Давайте посмотрим и с этой стороны. Тут такой светленький кирпичик, видите? Там был такой темно-коричневый фасадный. Здесь уже немножко посветлее. И вот впереди уже субсех. То есть я так понимаю, что здесь никакой высотки не возникнет. Здесь будет уже частный сектор. И вот четырехэтажная застройка жилого комплекса «Притяжение». Такой П-образной формы. Первый получается большой семиподъездный и рядом стоящий отдельно двухподъездный. То есть одно окно туда, одно будет туда в сторону моря, и оттуда даже будет видно море с четвертого этажа. Угу. Пойдете? Ну, тут еще закрытые эти, как кондиционеры делают, строили, да, в этом доме? Здесь вот есть я такое. Я хотела сказать, что вот в этом доме кондиционеры встроены. Да, вот что фишка, то, что не торчат, не портят фасад. Да. Вот, наверное, один из немногих ЖК, которые предусмотрели этот момент. Да. Мы на четвертый или на какой этаж пойдем? На четвертый пойдем с вами, Людмила. Главное, чтобы квартиру посмотреть, что... Куда хоть что окна, да? Да. Так, тут только аккуратнее, пожалуйста. Мы всех пропустим. Да, у вас работа. Спасибо большое. Так, здесь пока строится все, не надо обращать на это внимание. Это все мелочи производства. Смотрим просто на планировку. Здесь что-то монолит, что-то керамзитобетон. Выход на лоджию, и с лоджии еще в ту комнату. Одна комната, вторая комната. Наверх не смотрите, вид будет у вас другой. Это просто... Вот, смотрите, раздельный салон. И раздельный салон. А на плане, по-моему, у вас еще... Огромный, просто огромный балкон. Фу-ху. Действительно, он шикарный. Вот видите, вид будет во двор. Там пока строители работают. А кухня у нас попала. Вот это. Ага. Идем в кухню. Какой-то вот ветерочек. Вот здесь уже, видите, панорамное остекление в пол. Совсем по-другому все смотрится. И кажется, что уже остеклено, но нет. Страшно, потому что я высоты боюсь. И как я по стройкам буду дальше ходить? Ладно, ради вас готова бороться со страхом. Здесь вот, кстати, вид на улицу Ленина и на горы Субсеха. Ну и Горгипия, естественно, тоже. Здесь тоже, вот видите, на лоджию, на эту сюда выход. Это кухня. Кстати, она здесь порядка 17 квадратов. Большая, огромная распашонка, практически евро-трехкомнатная. И здесь бонус, здесь раздельный санузел. Вот видите, наверное, туалет. А это ванная. Подходит для большой семьи. На 72 квадрата. Да, разводка уже есть. Счетчики будут. Только единственное, что эти для телевизоров. Это мы сейчас хотим вид посмотреть, куда то будет выходить у Людмилы. Спасибо. Вот сейчас третий этаж, если выше, то будет еще чуть выше. Да. А вот. Что вы на субсех. Окна высоко сделали. То, что Это такая интересная, конечно, планировка. Здесь все в панорамных стеклах.
Рима, это какая планировка? Мы сейчас... 80 квадратных гостиная, это... и та комната изолированная. Полностью панорамная. Стекление от угла до угла.